бывают в каждом, у каждого из нас люди, которых мы любим и за которых трусимся, боимся. Желаем им добра и хотим защитить. Это как бы мы мысленно создаем некую конструкцию, кармическую решетку. Оберегаем их. Это не понять, это не пощупать, это нематериально. Есть люди, которых мы ненавидим. Господь нас учит прощать врагов своих и даже любить их. Это могут делать только отъявленные святые. Самые-самые такие вот воздушные космические люди. Это нереально невозможно, это психологически, эмоционально. Бывает так. Главное не причинять им вреда. Надо подмывает разрушить кармическую решетку, вмешаться, если ты имеешь какие-то выходы туда. Все остальное молитва. Это и есть молитва.